Знаете ли вы, что за объект третий по яркости в ночном небе? Если вы сказали «Международная космическая станция», то вы абсолютно правы. И что самое интересное, вы можете подписаться на специальный сервис и получать СМС каждый раз, когда МКС будет пролетать над вашей головой. А если это произойдет ночью, вы сможете увидеть ее невооруженным глазом. Но поспешите, потому что станция очень быстрая. Она движется со скоростью 8 км в секунду и облетает нашу планету каждые 90 минут. Если бы вы двигались с такой скоростью, то смогли бы совершить путешествие на Луну и обратно за один день. В то же время МКС – не самый быстрый объект, построенный человеком. Это звание принадлежит солнечному зонду «Паркер», который движется вокруг Венеры и Солнца со скоростью 700 тысяч км в час. Как бы то ни было, астронавты на МКС видят восход и закат Солнца 16 раз за 24 часа. Международная космическая станция – это самый большой объект в космосе, созданный человеком. Ее длина от края до края составляет 110 метров, что примерно равно длине футбольного поля. А весит она около 450 тонн. Одновременно к МКС могут пристыковываться 8 космических кораблей. Рабочее и жилое пространство станции больше, чем дом с 6 спальнями. В распоряжении астронавтов 6 спальных комнат, тренажерный зал, 2 ванные и прекрасная лоджия с 360-градусным обзором. А теперь давайте представим, какой была бы ваша жизнь, если бы вы были астронавтом на МКС. Для начала там можно было бы делать классные вещи, например, бросать бумеранг. Однажды один астронавт бросил бумеранг внутри Международной космической станции, и тот вернулся к нему. Помните, пока есть воздух, даже невесомость не помешает вам немного повеселиться. На МКС вам не придется иметь дело с отвратительными запахами. Специально обученный человек нюхает все, что астронавты возьмут с собой в космос. Это делается для того, чтобы защитить их от неприятных запахов. Дело в том, что там не получится проветрить помещение, поэтому НАСА очень тщательно следит за возможными запахами. Вам также придется избавиться от своей одежды, вместо того, чтобы стирать ее после каждого использования. Доставка килограмма груза на Международную космическую станцию стоит больше 20 тысяч долларов. Поэтому дешевле выбросить одежду, когда она испачкается, чем тратить воду на ее стирку. Во время сна вокруг вас должен быть исключительно хороший поток воздуха. Иначе углекислый газ, который вы выдыхаете, образует пузырь вокруг вашей головы, и вам будет не хватать кислорода. Но чем вы займетесь на МКС? Скорее всего, космическими исследованиями. Астронавты на станции не только изучают возможность будущих космических путешествий, но и, например, исследуют влияние микрогравитации на организм человека. Кстати, о микрогравитации. Люди считают, что в космосе царит невесомость. И потому на Международной космической станции действует нулевая гравитация. Но это не совсем так. Гравитация – одна из самых важных сил во Вселенной. Благодаря ей Луна может вращаться вокруг Земли, а Солнце не уплывает за пределы нашей галактики Млечный Путь. Но астронавты на МКС испытывают неполноценную гравитацию. Земное притяжение на космической станции всего на 10-12% слабее, чем на поверхности планеты. Но астронавты постоянно находятся в свободном падении. Космический корабль, люди внутри и все предметы на борту падают вперед, не вниз, а вокруг нашей планеты, следуя определенной орбите. А поскольку они падают все вместе, экипаж и отдельные предметы словно парят. Вот почему астронавты могут перемещать вещи массой в сотни килограммов кончиками пальцев. И хотя микрогравитацию часто называют невесомостью, это совершенно разные вещи. На пути к МКС вы будете одеты в ярко-оранжевый скафандр. Его цвет называется международный оранжевый, и краской такого же оттенка покрыта Токийская башня в Японии и мост Золотые ворота в Сан-Франциско. Но как только вы достигнете просторов космоса, вы поменяете оранжевый цвет на белоснежный. Оранжевый скафандр оснащен тем, что поможет астронавтам выжить, если что-то пойдет не так во время запуска или посадки космического корабля. Например, в нем есть сигнальные ракеты, медикаменты, средства выживания, радио и парашют.
Что касается белых громоздких скафандров, то это скафандры для внекорабельной деятельности. Их назначение совершенно иное. Астронавты надевают эти скафандры, когда выходят в открытый космос. Такой костюм может защитить их от неблагоприятных условий космического пространства с экстремальными температурами и отсутствием воздуха. Кроме того, белый скафандр предотвращает попадание мелкого мусора в космических путешественников. Кстати, если бы вам понадобилось почесать нос в скафандре для внекорабельной деятельности, вы бы использовали кусок липучки внутри шлема. Из-за отсутствия гравитации в скафандре крайне неудобно чихать. Если вам обязательно нужно чихнуть во время выхода в открытый космос, вам придется наклонить голову и чихнуть в грудь. Ведь на стекле вашего шлема нет дворников. В космосе вы можете видеть случайные вспышки света, и это не галлюцинации. Космические лучи, попадающие в зрительный нерв, создают такой эффект. На Земле вы не увидите подобных вспышек, потому что магнитосфера не пропускает космические лучи. Прежде чем отправиться в космос, вы пройдете подводную подготовку. Можно подумать, что она имитирует невесомость. Но на самом деле она не имеет ничего общего с пребыванием в открытом космосе. Главная цель этой тренировки – посмотреть, как будущие астронавты смогут справиться с экстремальными условиями. Позже, во время адаптации в космосе, вы можете чувствовать себя, скажем так, странно. От 50 до 70% астронавтов испытывают неприятные симптомы, такие как головокружение, головные боли, тошнота и общая усталость. К счастью, обычно все приходит в норму в течение 72 часов. Перед полетом в космос необходимо пройти невероятно жесткий отбор. НАСА принимает только 8 претендентов из 6 тысяч. Кроме того, процесс отбора занимает около 18 месяцев. Если во время полета вы почувствуете тоску по дому и начнете плакать, ваши слезы не потекут по лицу. Вместо этого они соберутся в густые капли жидкости вокруг глаз из-за поверхностного натяжения воды. Перед тем, как заснуть, не забудьте прикрепить себя к чему-нибудь, иначе вы уплывете с того места, где легли спать, и ударитесь о твердую поверхность. Вот почему астронавты обычно отдыхают в спальных мешках в маленькой кабине экипажа. Еще одна проблема, с которой вам придется столкнуться, это принятие душа в условиях микрогравитации. И это нелегко. Астронавты принимают душ в закрытом цилиндре, который не дает воде улетучиваться. Они используют несмываемый шампунь, опрыскивая себя водой, чтобы смыть мыло, и, наконец, включают вакуумный шланг, который вытягивает всю воду, оставшуюся на теле. Вам придется привыкнуть к переменам в рационе. У вас будет трехразовое питание, ничего необычного. Но вместо того, чтобы наслаждаться обедом сидя, вы будете плавать. Ваша еда будет состоять из обезвоженных и консервированных продуктов. Приемы пищи затянутся, ведь вам придется быть очень осторожным, чтобы не упустить еду. А теперь представьте, что вам нужно постричься. Ведь на МКС вы проведете не меньше полугода. Чтобы изменить имидж, вам придется воспользоваться специальными ножницами с прикрепленным к ним пылесосом.